Шабуатов. Мы, значит, начинаем на странице 47-й, Мишна, в конце Далет. Нашли это Далет внизу? Лишахар Мварахштаим Лифанея Веяхад Ляхарея. Уберов Мварахштаим Лифанея Уштаим Ляхарея. Ахад рука Вахад цара. Маком Шамру Ляарих Эйнора Шайля Кацер. Ликацер Эйнора Шайля Арих. Лахтом Эйнора Шай Шело Лахтом. Шело Лахтом Эйнора Шай Лахтом. Вот эта мишна, конечно, из всей серии Брахот. Все мишны от Брахот. Поэтому она как-то звучит несколько отрывочно. Вот. Но ведь на самом деле до этого мы учили мишну, какое должно быть положение тела во время чтения Криат Шма, и как устанавливается время, когда читается Криат Шма, утреннее и вечернее. Вот поэтому это как бы те, кто следили, уже это естественный переход дальше к следующим уточнениям. Что мы здесь видим? Шахар имеется в виду... Здесь имеется в виду Криат Шма. Да? Криат Шма в Шахаре. Вот. Оказывается, что Криат Шма в Шахаре, мы это знаем из нашего молитвенника, но мы видим, что это было установлено уже в Мишне, что перед тем, как читает Криат Шма с утра, говорят, что и говорят две брахот. Сейчас мы посмотрим, что это за брахот, но мы к этому привыкли. Но когда ты делаешь автоматично, то как-то не обращаешь внимания, не умеешь это как бы... Сейчас мы это проанализируем, и одну браху говорят в конце. А вот интересно, что вечером он говорит две брахи в начале и две брахи в конце. Вот почему так кучаво получается вечером, интересно, да, это они не объясняли, это все факт. Да. Вот, на самом деле, конечно, мы должны были запастись, вот, правда, есть у меня здесь это, такой Ринат Исраэль, можно будет посмотреть, но, правда, в одном экземпляре только. У меня есть свой. Это Сидур, да. Да, мой все-таки Сидур. Это вроде менее понятно. Теперь он как бы квалифицирует и говорит, что это одна браха длинная, рука, одна браха, вторая браха короткая. Это интересно, да? Как квалифицируется мишна длинная и короткая. А наполнение, ну потом он скажет наполнение тоже. Но это Гемара говорит наполнение. А что именно? Это в Мишне только это говорит. Маком шамру ля арих, эйнора шайли кацер. Вот, значит, как бы, тоже, как бы, с одной стороны, понятно, имеется в виду, установлена формула. Вот так надо благословлять. От себя ничего нельзя добавлять. Даже если, как бы, грудь распирает восторгом и хочет благодарить Ашам еще, то есть основная формула. Ничего нельзя добавлять. И лахтом имеется в виду, это Бешему Малхут Баруха Та Ашем Элукейну Мела Хаулам. Это Хатима. Поэтому мы видим, что есть часть из этих брахот снабжены такой длинной брахой, а часть нет. И тут тоже нельзя отсебятину. Это вроде бы как бы понятно. Но я бы сказал, что мы здесь сталкиваемся по-настоящему со стандартизацией молитвы. Вот так и не иначе. Это не как бы я не знаю других религиях. Наверное, как бы есть простор импровизации. У нас тоже, но не здесь. Есть какие-то вещи стандартные, которые нельзя менять. Хорошо. В любом случае Гемара переходит сразу и спрашивает действительно Май Маварех, Амар Раби Яаков, Амар Раби Ошия. Вот здесь несколько просто познакомиться с действующими лицами. Раби Ошия, это был тот человек, которому Раби Иуда Наси, когда он завершил Мишну, наказал коллекционировать брайты. Как мы уже говорили, Мишна написана на основе брайт, и Раби Иуда Наси прекрасно понимал, что если мы не знаем мяса, из чего это выросло, то и не поймем, как бы, Мишна это короткие формулировки, поэтому... Я всегда говорю, что брайта переводится как внешняя, даже лишняя, как бы не вошла в мишну. Да. Вот. Может, слышали такое? Брайта – это та часть, которая не вошла в мишну. Ну, не вошла, привет семье. А вдруг начинаешь учить гемару, сплошь и рядом только брайта. Как так? Она же не вошла, чего вы с ее суете? А дело в том, надо было сказать так, в мишну она не вошла.
А в Гемару она, ой, как вошла. Без этого, как бы здесь какой-то момент, который не хватает. Брайта это мясо Гемары. То есть это... Да, 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 конечно. Она была, скажем, стала формулироваться еще, когда появились первые зугот. Да, это как бы, по сути дела, что такое Брайта? Это галахическое постановление. Правда, поскольку было много школ и много направлений, есть разночтение. Задача Раби Иуда Анаси была снова стандартизация, выбрать из массы Брайт, какой он считает как бы за основную, как надо придерживаться. Хотя потом посмотрим до самого Раби Йосеф Каро, иногда вдруг вытаскивает Брайту, которая противоречит Мишне, и доказывает, что она более правильная. То есть даже спорит с Раби Иуда Анаси. А, видите. Есть, значит, есть часть собрана. Вот, например, на Барахот есть Тосефта. Вот даже у нас здесь в конце, если не ошибаюсь, есть это, да, вот она Тосефта. Причем, когда читаешь эту Тосефту, она практически один к одному, как Мишна. Вот. В основном собраны все эти брайты, которые как бы запараллельны, и на самом деле, когда учат, надо совсегда, как бы, если мы по-настоящему учили, не в нашем преклонном возрасте, в младшем возрасте, конечно, все это надо одновременно учить. Так, хорошо. Значит, вот говорят, что значит, какая браха у нас первая ессерора, барахоша. Значит, понятно, да, вот откроем, скажите, откройте наш проход. Да, барухата. Ашем Элукейну Мелах Аулам. Откройте вот это. А у Моше есть... У меня есть я там выучил... Пожалуйста. Там было одна вещь. Значит, он здесь говорит Йоцерору Брохоше, Хусейшаром Убре такой. Значит, мы видим, что это двусложная формула такая. Так. И здесь, ну, сейчас Пинахам подойдет, но пока что так. Лейма, Йотер-Ор, Убре, Нога. Нога это такая как бы сумеречное состояние. Почему Хошах, они говорят, Хошах это слишком сильно сказано, да, Кадош Бурху, как будто бы творит тьму, да, то есть не очень хорошо сказано, только один свет. Когда мы говорим много, как мы знаем, есть там и свет, и там есть и какая-то тьма. Лейма, как мы знаем, что это такое, глагол лейма. Сказать. Это неопределенная форма глагола говорить. Лейма, нейма, тейма, эйма. Ты можешь запомнить, какая стихи. Лейма. Неопределенная форма нейма. Мы скажем тейма, ты скажешь эйма, я скажу. То есть в этом смысле очень похоже на, как бы, на еврейское склонение. Леймор, крячма, да, значит, это. Значит, вот он предлагает несколько, как бы, смягчить эту форму, схоже, много, перехим, камрина. Да. А тут тоже можно понять, как написано, так и говорит. Амрина, это другая форма, говорит, эйма, лейма, тейма. Это, как мы на странице снова, 48-й, правильно? У нас совпадает по странице? Значит, амрина, это тоже, как бы, еще один синоним слова «эйма», «эйма амрина». Мы говорим «амар», ближе к еврейству. Отвечает Гемара на этот вопрос, но снова, мы здесь уже разбирали, что обсуждение в Гемаре очень часто приводится не от имени каких-то мудрецов, а от имени редакторов, тех, кто редактировали, они как бы подгоняли то, что делает редактор, так, чтобы было бы все как бы целесообразно, если они видели, что эта тема не слишком обсуждается, они обсуждали сами. Мы говорим, что это был Рав Аши и Равина, то есть это конец 5-го, начало 6-го века, да, скажем, условно 500-й год, да, там есть это, надо подходить, смотреть, 500-й год условно. Да. Вот они поэтому как бы хотят это разыграть виртуально, как будто бы это обсуждается. Да. Он говорит, если так, Эламеата в таком случае, ата это сейчас, да? Выражение, скажем, это Лошен Койдыш, уже это не надо уметь
различать, не путаться, где кончается арамид, где кончается, начинается лашон кодеш. Это одна из проблем геморы, что они как бы говорят сразу на двух языках, хорошо, и на трех, и на четырех. Эла леата, понятно, эла леата. А если так, то в таком случае надо говорить «Слэш алом у борэра», и дальше в продолжении той же самой цитаты, что значит говорить «Кидиктив кидиамрина». Это у нас цитата откуда? «Лишаяу мэнхэй». Это пророк Ишаяу. То есть просто, как бы, где Раби Юда в Криэл, здесь, как бы, формулу брахи взял из Ишаяу. Так, он творит свет и творит ночь. Говорит, он говорит, а зачем-то, а говоришь, а дальше мы говорим так. Дальше по тексту у нас ведь написано так. «Осе шалом убарет аколь». А тут вы изменили, да? А у Ишаяу Анави написано как? «Осе шалом уборера». Так написано у Ишаяу Анави. Ну, мы можем проверить, конечно. Ну, так это. У меня есть паспоргалка. Еще хуже, скажем, я предлагаю хошах на ногу, ты говоришь, нет, нельзя, должно быть буквально написано. А говори, а если так буквально, почему здесь ты изменил? У Ишаяу это ра, а ты вот та подработал, чтобы более как бы звучало хорошо. Бро это коль, да. А ра это не аколь. Да. То есть, конечно, в аколь есть и ра, и то. Ну, чего же ты это самое? Сам по себе противоречишь. Отвечает, и следовательно, что из этого понимается, из этого виртуального розыгрыша, что аргументация неправильная. Что причина, по которой написали хошер, это не потому, что хотят буквально передать слова Ишаяу Нави, да, потому что есть потом дальше противоречие, а есть какая-то другая причина. И тогда они выдвигают другую возможную вариант объяснения. Мика Амринан Кедиктив, да, это выражение. Ми мы знаем на арамите, это а, вопросительный знак. Это тоже очень путаешь, потому что как бы хочется сказать кто, да. А на самом деле это вот вопросительный знак, мы можем даже не переводить. Ка, это мы говорим, просто приставка постоянно действующего глагола, поскольку обсуждаются здесь вечные вопросы, да, как говорите, все это ка приставка. Да? Вот, поэтому если снять эти два слова, пускай. А мы идем коллектив, а здесь мы говорим так, как написано, ра, а ты подменил это, значит, это не проходит. Это таким образом, как бы пример того, как разыграли виртуально возможный вариант, не проходит. Эла, ктив, ра, декарин на коль. Лишнем аве, да. А ведь на самом деле, да, как мы сказали, у Ишаяу Анави написано плохо, ра, а мы говорим. А мы читаем Аколь. Лично Мали выбрали, как вы видите сейчас, я говорю, раньше, когда я приехал много лет назад, вы видите, самый как бы суперлятив назвал Мицуян. Да? А сейчас говорят Меуле. Мицуян это архаизм. Если что-то хорошо, надо сказать Меуле. Ну, это совпадает. Меуле это очень хорошо. Да? Лично Мали выбрали самое лучшее выражение. Да? Подменили ра на аколь. Я говорю, это значит, не прошло. Эла ктив бурэра, харинэ бурэ аколь. И снимали. Аханами лейма много. Да? Аханами так же. Да. Аханами это так же. Нами это так же. Аха, вот так, да, так же. Тут как бы тут у нас переводимое сочетание двух местоимений. Нами стоит запомнить лучше, да, это гам. На арамите гам. Нами и на иврите тоже иногда пользуются людьми более образованными. Это выражение нами. Да. Аханами ктив ра. Да. Эла ктив буре ра. Вахаринан буре аколь. А мы читаем аколь. Снимали. Аханами лейма нога. А теперь я как бы возвращаю свое возражение и говорю. Тогда и напишите в отношении хошаха, напиши нога. Да? Это такое состояние, как мы знали из хасидути, клипат нога. Да? Это клипа, которая зависит от тебя. Да? Ты какую-то эту клипу можешь превратить в что-то очень хорошее, а если ты с ней не работаешь, то она будет плохая.
Хорошо. Здесь нормально. Эла Амараба. Да, и тут вспомнили, что поскольку это все обсуждается на уровне, скажем, 5 века, Араб у нас жил, скажем, в 4 веке, Аба и Раба, два великих как бы, законодателя, Раба это уже объяснил. Дела Аскир, Медат Йом, Балайла, Медат Лайла, Байом. Ну, нет, почему написали, здесь написали Хошех, да, для того, чтобы вспоминать и упоминать Юцер Ор Убаре Хошех, да, хотя это как бы используется при этом цитата из Ишаяу Анави, но в данном случае она использована не как буквальная цитата, для того, чтобы сказать, что Акадош Барух Ху, он творит с утра свет, а вечером ночь, да, чтобы как бы подметить две стороны качества Ашема в творении дня и ночи. То есть можно вас, да, как бы это самый очень интересный как бы подход, что мы с одной стороны берем за основу высказывания какой-то из Танаха, но можем подрабатывать для наших целей. Да? Казалось бы, ну что ты берешь Ишаяу Анави и подрабатываешь, да, как бы это Аллаха, можно менять. Говорит так. Медат Хошемел, Медат Байла, Байом. Теперь мы должны показать, когда, значит, мы говорим ночью, Балайла, где тогда упоминается день. Да? Понятно, это общий подход. То есть, первым мы сейчас сформулируем общий подход. Вместо того, чтобы мы считали, что взяли статую из Ишаяу Анави только для одной цели, чтобы его процитировать буквально, мы показали, что нет. Причина, что выбрали Ишаяу Анави совсем для этой цели, а для того, чтобы, когда говоришь о Творце Ашема, говорить, что он творит и день, и ночь. Да? Поэтому упоминали ночь. Естественно, мы можем уже предугадать, что следующий вопрос будет, ага, интересно, а где же, когда ты говоришь ночью, то есть Криат Шма Шемер, где ты там упоминаешь день, правильно? Это логичный вопрос, который сам по себе напрашивается. И это будет да. Значит, он говорит. Бишлама Медат Лайла Байом. Что мы учили Менахам Бишлама? Допустим, да, как Шалом, Бишалом, Беседер. Как Бишлама Беседер. Согласен, да? Да, когда мы не ссору было хошек. Хорошо, это уже понятно. Эла медат йом балайла эхи мишкахатлея. И это тоже снова по башловам Моше. Мишкахат, как от слова шахах, правильно? Лишкоах, нет. А вот это очень интересное явление в двухсходных языках иногда используется противоположное значение. Если на иврите, да. Да, встречается в сводных языках, смотрите, возьмите болгарский и русский, вы увидите, что те же самые похожие слова, значит, я говорю, я не знаю болгарский, но я знаю, что по-болгарски нет, смотрите, как это, да? А да, это так. Хотя это нелогично, так оказалось, для нас, но для них это логично. А здесь мишкахат, шахах забыл, а на арамите имел место нашел. Это стоит запомнить, мы учим арамит параллельно с геморрой. Поэтому спрашивает, поэтому Эла медат йом балайла эхи мишкахат ла. Да, где она находится, где она упоминается? Ты говоришь ночь, днем, окей, понятно. Ор вехошах. А где ты говоришь в брахота шела лайла упоминается день, вроде бы не припомнится. Да? Нет, сейчас мы покажем, что это тоже имеет место быть. И говорит, да, где это у меня? Он говорит так. Амар Абая. Гулялор мипне хошек. Ве хошек мипне ор. Да. Все 100% показано, да. Действительно есть такое выражение. Сейчас найдем у нас для уверенности. Найдем у нас в Гемаре, в Сидуре, чтобы мы уверили, что это так. Вот у нас Криат Шма Шел Аравит, да. Здесь мы говорим, это у нас брахот, мы сейчас обсуждаем брахот, не сам как бы тело Криат Шма, а брахот. И вот мы, да, это самое мы берем Криат Шма Шел Эрев и скажем так, Баруха Та Ашим Элукейну Мелохам, Ашир Берелал Мари Варавим, Бухох Мпутех Шарим, Твуна Мешане Итим, Махлив Это Зманим, Садер Кхоим Бишматим, Баракей Весу, Бараем Белайла, Голель Ор, Мипне Хошех, Вы Хошех, Мипне Ор, пожалуйста. Вот. Как бы адекватно упоминает оба понятия. Теорема доказана. Читаем дальше.
זה אחד. ואידך, מייקי. Теперь, идах, как мы знаем, это другая или вторая. Мы, правда, говорим, кама первая, батра вроде бы вторая, когда в этих самых баба кама, баба, баба пья, баба батра. Но батра на самом деле это последняя, это не вторая. Хотя иногда она, как бы, если других нет, она употребляется в смысле как вторая. А идах это тоже другая. Есть такое на иврите, как бы, идах гиса. Слышали, когда он такое выражение, с другой стороны. Гиса это сторона. Гисла, цепатистика, как бы, гис на иврите, это зять, правильно? Гис это зять. Гис это другая. Не важно. Я запомню. Значит, я вам советую вести слова из небольшого. Да, или чтобы у вас уже память. Нет, гиса, гис. Гис это зять. Хатан это хатан. Жених, в смысле, мой хатан. У меня есть гисим, есть хатаним. Как русские понятия еще есть свекор и деви, свекор и деви, я не знаю, как переводится. Знаете, можете посмотреть. Да? У вас есть хатан, у меня есть и гисим тоже. Ну, гис это муж твоей сестры. А у дочери хатан, да? Хатан, да. Ну, значит, выдох Майи, тогда мы спрашиваем, окей, ты упомянул, что есть две брахи в начале, да, идах, следующая, вторая браха, как она, как бы, с первой мы разобрались, и теперь разберемся с второй. Говорит, Амар Рав Юда, Амар Шмуэль. Так, ну, когда мы видим слово Рав, это уже значит, что это уже происходило в Бавене. Раби, это в Исраиле. Рав, это в Бавене. Да. Когда мы встречаем Раби, Раби, он может быть и Амура, израильский. А Рав это однозначно уже Амура, и это уже не Тана. Но правда здесь мы ссылаемся на Шмуэля. Да? Шмуэль у нас на полоне Рав и Шмуэль. Да? Два основоположника Вавилонского Талмуда. Поэтому как бы Шмуэль, интересно, что Рав мы знаем, что он был учеником Раби Юда Анаси. И Раби Юда Анаси послал его, когда он завершил свою мишну, послал его в Бавель, чтобы разрабатывать, да, с чемоданом Брайта, чтобы разрабатывать там. А Раби Йоханан, второй его ученик, остался. А вот Шмуэль, не очень ясно, откуда он появился, вроде говорят, что он тоже учился в Исраиле. Не важно, в любом случае, Амар Раби Юда, Амар Шмуэль, как мы это переводим? Да, сказал Раби Юда от имени Шмуэля. Причем, значит, Шмуэль как бы без звания Рав, потому что он как бы перехей. Да, не надо говорить, понятно, кто это. А Рав Юда видно, что это его ученик. Ава Раба. Да? Надо говорить вначале Ава Раба. Как мы говорим первую браху, говорим Ават Олам у нас здесь, да? Олам. А у вас по спарскому Ава. Аллах, 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 да. Это Хаавта. Не, это не вечерний, а утренний у нас Раба. А утренний у нас Раба. Это же разница. То есть можно обратить внимание. Ава Раба Автану. И Шкиназим, знаете, говорят о... Сразу не говорят о Шкиназим. Говорят Шкиназим. Это у вас чепарский вариант. А ашкеназский – это Ава-Раба. А там так и написано, да? Да, пожалуйста. Если значит, но, как мы видим здесь, почему-то в Бавеле они, как говорят, ашкеназский вариант. Тогда еще, естественно, не было различия, это все было в начале. В любом случае, они говорят Ава-Раба, надо говорить Ава-Раба, Автаба. Да. Амар Рав Юда Амар Рав Ава Раба. Викен Ури Лея Раби Элазар и Раби Дат Брея. А, значит, здесь мы видим так. Раби Элазар и Раби Дат, сын его. Да? То есть это как бы подтверждается слова
Рав Юда от имени Шмуэля тем, что Иверет Исраэль, да, так установлено было. Так сказал Раби Элазар. Раби Элазар, это один из первых, тоже Амура Иверет Исраэль, сказал своему сыну, что так надо говорить. Ури, как слово море, да, как мы знаем, море это инструктор. Так слово не путать, ра-а видеть, а яра юдрешей глагол, да, это показывает, вернее, видится, чум море, тора, тора это указание, да, не от глагола лирот, а глагола яра, да, мы сейчас посмотрим это, кстати, проверим, какой корень здесь, на всякий случай, это важно, чтобы знать, как бы, откуда мы говорим тора, арамурия, да, это указательная гора, Шем указал эту гору, поэтому называется Мария. Яра, горе, море, горе это учитель-воспитатель. А Мария это гору, на которую указала Шем, да? Да, да. Сейчас я найду этот яра, я говорю, этот словарь, он ценен для меня тем, что он начинается с корней. Надо знать корень для того, чтобы найти. И так это меня приучило запоминать, какой был корень. Если не ошибаюсь, это яра. Это я для себя делаю, чтобы быть уверенным, что я объясняю правильно. Да. Да, вот здесь он говорит яра, и мы это знаем из вот яра, это как бы, у кого есть этот словарь, это 253 страница. Это у меня московский словарь, который был издан в 1964 году, по которому я учил иврит. Здесь сказано первое стрелять. Да. Интересно, расстреливать. Так, как мы знаем, Цус вы рохво, яра баям. Бросил, сбросил в море. Да. Второе, яра, это значит фундамент. И второе, а вот форма ифиль от этого глагола, хора, обучать, указывать, разъяснять. Да. Как бы надо найти какую-то связь между тем, что в паале, яра, это пааль, стрелять, бросать. А Ора это эфиль, возможно, даже хофаль. Да? Ора указывает, показывает. Вот, обратите внимание. А заодно время мы учим арамейский, но нельзя забывать и лашон койдеш. Так что, вехен орилей указал ему Раби Элиэзер. Сказал, что надо говорить Авараба. Значит, и дальше он говорит, Таня на мях. Эйну мы на ава улам, эла ава раба. Значит, здесь это уже очень важный момент, который я всегда пытаюсь найти. Что такое Таня на мяхе? И так написано в Брайте. Таня, да, это не только Хабан, почему Рав Залман Шнейр назвал свою книгу Таня, чтобы сказать, что это Брайта. То есть это что-то очень древнее. Потому что Таня громко плачет. Это значит другое. Таня это Брайта. Веахи нами, Таня нами ахи. Как мы переведем? Также записано в Брайте. Как доказательство того, что именно как бы так надо говорить, мы говорим, откуда они это берут. То, что сказал Рав Юда, Рав Шмуэль, Рав Элиэзер, написано в Брайте. Интересно, что, как мы видим, ничто это не вошло. Хотя это очень важный момент, но это как бы уже как бы детали. Я иногда говорю, что Рав Юда Анаси, когда он формулировал Мишну, он составил конспект, чтобы было легко запоминать. А все остальное надо уже как бы, когда ты знаешь этот скелет, ты уже знаешь, что надо нанизывать на него, и эта Брайта, она в таком случае начинает работать. Вот, значит, так же там. Таня на мяхи. Я помню, когда я начинал учить. А меня это как бы удивляло. Но если ты знаешь, что такая Брайта, да, так чего же ты мне нагородил все эти рассуждения? Скажи, так в Брайте написано. Да. Вот. Ну, как бы, это, как бы, по-моему, это подтверждение правильности выводов. Иногда мы говорим, что вот я так логически рассуждаю, прихожу к такому мнению, правильность моего рассуждения доказывается тем, что это даже есть в Брайте. Брайта ведь это не обязательно закон, правильно? Как мы видим, Рав Юда Анаси многие Брайты не принял и не записал Мишну. Мишна это на самом деле выбранные им Брайты.
А это, говорят, не ваша. Так мог подумать, тогда это как бы ереемат. Нет, значит, это такая братья, она в данном случае подтверждает. Я читал где-то такое интересное еще не объяснение, почему. А вечером действительно мы говорим о Аваталам, а с утра мы говорим о Авараба. Мы ашкеназим. Я вам говорил, не ашкеназим спортом. Как бы, происходим мы из семейства Мендоза, а это были испанские евреи. Какой у них был мусор, я вообще не знаю. Ну, чего-то. Значит, Раба говорит так. Не помню, я думаю, это писал Раб Гутнер, великий мудрец нашего времени, говорит так. Когда человек просыпается с утра, он полон как бы предвосхищения, мир такой прекрасный, открывает окошко, птички чирикают, солнце восходит, и все, он восклицает, великой любовью ты нас благословил, как мы знаем, что такое любовь, это хесед. Когда же Бог дает нам хесед, хесед превращается в любовь. Нет, наоборот, спутал. Ашем любит нас. Это любовь, которую он дает, это хесед. Хесед, он порождает радость. Это как бы цепочка тех же самых понятий. Ава, хесед, симха. Тила вадатым либи симха. Это как бы вы не восприняли мою любовь, по-настоящему не приняли меня, вы не связаны со мной, потому что все, кто связаны с Ашемом, получают от него его хесед, да, и это рождает радость. В любом случае было такое объяснение. Говорит, вот человек просыпается с утра, он видит этот мир, восхищен, и все. А потом, когда он как бы прожил уже целый день, он говорит «Ават Олам». Да. Что такое Олам? Имеет значение «Нейлам», сокрытое. Да. То есть мы знаем, что за целый день ты набрал много шишек, много огорчений, поэтому ты не можешь так это оптимистически, великой любовью. Ты знаешь, иногда это как бы не совсем гладко идет, ты понимаешь, Кадош Баруху, многие вещи сокрыты от меня, я не понимаю, я тебя принимаю, благодарю тебя, но я как бы еще должен разобраться, где, в какой момент, когда я там споткнулся, в чем родилась твоя авараба. Ну, такое объяснение. Вот. Можете другие найти объяснения, интересно посмотреть. Что-то у меня здесь есть примечание, посмотрю. Ну, теперь мы видим, что есть махлоки. Как мы видим, есть мнение, что надо говорить Ватунам, да? Рабанан Амри, Аватунам, Векену Омер Бемикра, Ирмияу, Аватунам Автиха. Алкен Мешахтиха Хесед, да? Я тебя люблю, вот видите, вот здесь как раз из этой цитаты из Ирмияу Анави, пасука Перек Ламедалов, пасук Бет, видна эта связь, которую я говорил. Ава Хесед. Ашем любит, и это выражается в Хеседе, который он проявляет в отношении к тебе. И говорит Рабанан, то есть есть махлокет, как мы видим. Раби Элазара, Бенфдата и Шмуэля, и Рабанан. Как бы Рабанан умрим, что они говорят, что надо говорить Аллахом, потому что Аватулам, вечная любовь, да, потому что как бы так это написано у Ирмияу Анави, но правда мы уже видели, что точно цитировать это не закон. Иногда можно подменять для, как бы, для более высокого смысла. Значит, есть поэтому, как мы видим, то, что написано у Сфарадим, не Сфарадим, а самый Нусах Сфар, Олам, это вот это. Это по мнению Рабанан. Амар Юда Абрашмой. Им Адаб Ишким Лишно, если человек проснулся. Так, как бы оставили эту тему, она осталась махлокет, надо посмотреть действительно, как это обсуждается. Как это обсуждается в Мишне, обсуждается в Шулхан Арухе, и это можно посмотреть через Мишна Брура. Значит, здесь у нас есть примерно указано так. Вы знаете, что Мишна Брура на самом деле это текст Шулхан Аруха. Да? И там как бы потом уже Хафец Хаим написал потом свои объяснения. Самый текст, главное, это здесь, это Раби Йосеф Харон с подработками Раби Моше Исраэля, что называется, Мапа.
Вот посмотрим, где 19-й яд Шма. Так. Выход Крият Шма. Посмотрим. Если найду, хорошо, если нет, то не просите. Надо сказать так, что когда учат Гемару, не учат Аллаху. Это две разные вещи. Всегда как бы мы не занимаем. Да. Ну да, сейчас как будто мы как бы нам интересует даже, а что конкретно из этого вытекает. Но на самом деле, если вы еще учат Гемару, учат Талмуд. Не учат способ поведения. Если вы хотите учиться на звание раввина, то вы должны уметь понять, как Аллаха, Шулхан Арух, и откуда она выводится. Ну, мы сейчас для интереса посмотрим. Здесь у нас есть это Нунхет, Илхот Крият Шма, это Шулхан Арух Нунхет. Мы посмотрим, здесь есть это, он говорит. Где он нам говорит? А, вот. Он говорит, Дин браха ришуна де йоцер. Баруха та ашем элкене мелах олам, йоцерор у барухошах. Тихну ла аскир, медат лая на бьем, лоцин мелев, апикорсим шумрим, шеми шебараон ва барахошах. Да, видите, Раби Йосеф Карон, когда формулировал такая Аллаху, даже объяснил, почему добавляется, правда, как бы в Геморе мы видели главное объяснение. Мы видели главное объяснение, чтобы, упоминая день, упоминать ночь. А Раби Йосеф Карон добавил, очевидно, он взял это из решения. Он говорит, для того, чтобы, как бы, есть, как мы знаем, есть дуалисты, которые говорят, есть две силы, которые действуют в этом мире, добро и зло, и вот они между собой как бы борются. Это, в данном случае мы называем апикорсом, это неправильный взгляд, поэтому мы говорим, что тот, кто сотворил день, сотворил и ночь. То есть это как бы даже декларация какая-то важного принципа веры. Да. Теперь вот здесь я хочу посмотреть спор по поводу второй брахи, первой брахи, профессор Рор Верадит Умер, Мишалех Кибур. А вот. Траха Ашния Аватулам, говорит он. Раби Йосеф Карон говорит, что она говорит Аватулам. Как мы знаем, Раби Моше Исраэль, который написал Ашкеназим. Здесь в скобочках, ага, называется примечание, говорит, Ешумрим Авараба, Беке Ноагим Бехоль Ашкеназ. Посмотрите, как это называется. Как говорят, что Раби Моше Исраэль был современником Раби Йосеф Карон, и он написал свой Шулхан Арух. И вот оно, Раби Йосеф Карон напечатался раньше. И когда дошло до Раби Моше Исраэля в Польше, и примерно в то же самое время он увидел, что кто-то его отрядил, и он решил, чтобы не было махлоков, чтобы не было бы две тавры, он свою книгу для нас. Но дописал между строчек внутри Шулхан Арух Раби Йосеф Карон, если есть какая-то разница в знаменах. Вот это как бы действительно пример того, как Талмидей Хахамим Усим Шалом Беолам. Там вот это Усим Шалом Беолам. И подход действительно принципиальный. Если было бы два Шулхан Аруха, две книги совершенно все. Раскол. И другие имена один, но книга одна и та же. И здесь он говорит о Мримахалабикен, но Агим Беколяшки нас. И здесь говорит примечание у нас Хофец Хаим, Викен Ноагим, Хайна Бабокер, Авалбер, Ноагим Ломар, Аватулам, Пятам Шинагу Ломар Бабокер, Авалаба, Мишум Диктив, Хадашим Левкарим, Раба и Монотеха. Он говорит, Хадашим Левкарим, Раба и Монотеха, это Ирмияу, правильно? Это из Ирмияу на один. Поскольку это вот цитирует, значит, Хафец Хаим говорит, что причин, очевидно, он смотрел, надо посмотреть в Раби Йосеф Карон, как он это объясняет, он говорит, потому что сказано
хадашим либакарим раба иманотеха. Каждое утро велика вера или вера твоя к нам, доверие и вера к нам, говорит Ирмияу Нави. Это из эйха. Это из эйха. Авадьевет ив имамар коля нусрах шелават улам бабокер яца иудей хавато. Это для Шарады. Ну, не важно. Так, это хорошо. Теперь, значит, мы как бы более-менее это отработали. Новая тема. Амар Авьюда, Амар Шмуэль. Слово как бы тот же тандем, который мы уже приводили. Ишким лишнот, ацело криатшма, царих леварех. В данном случае лишнот, мы знаем, как правильно говорить лишна. Правильно, лишнот имеется в виду учить лишну. Но в данном случае это просто учить. Учить стару. Им ацело кара криатшма царих леварех. Ниши кара криатшма, ину царих леварех, чупар нифтар беава раба. Он говорит, вторая браха это ава раба афтану. Есть здесь какой-то элемент брахи, которая как бы распространяется и на криятшма. Дело ведь вот в чем. Значит, если человек проснулся до муда шахара, он не может благословлять, не может говорить криятшма. Да? Мы говорим, как правило, криятшма дома, да? Чтобы не пропустить, а потом уже в бет-кнессете умрем, так положено, в полном порядке. А поэтому, если человек стал рано утром учить до Амуда Шахара, он не может говорить о Криатшма. Да. То есть, он не может говорить, но это как бы Криатшма уже как бы это следующего, это прошедшего дня. Поэтому говорит полный, так это как бы мнение Гемары, говорит полную браху, а Шабахар Бамикуляамим, говорит, потому что нельзя учить Тару без брахи. Но если он говорит, вот это здесь важное мнение, если сказал Криатшма, то здесь уже заключена и Бирхата Тора. Вот посмотрим, как это он объясняет, где это заключается. И мадам Ишким, понятно, Ишким, Лашким, это вставать рано утром, да, это понятно. Лишнот Лилмот, Лишнот Лилмот, то есть как бы Лишнот, как мы знаем, это повторение. Зубрение, да, от слова шен. Да. Зубы, лишанен, зубрить, повторять. Лишнот, повторять. Повторять это учить. Как говорят по-русски, повторение мать учения. Ацело кара криатшма царих леварех. Леката Тора. Посмотрите примечание. Это объясняется тем, что да, сказано в Дворим, ки шем ашем экра, аву годель эле лукейну. Это из книги Дворим Ламед Бет. Сказано Кишем Ашем Экра, когда я произношу имя Ашема, надо воздавать величие ему. А что такое воздавать величие? Барух ата Ашем Элокейну Мелахоулам. Понятно? Такая логика. И когда-нибудь мы будем учить построение Шмона Исраэль, это как бы объясняется из того, что повторяется Хабула Ашем 18 раз. В любом случае, получается так, что мы обязаны благословлять, потому что что такое, мы говорим, что такое Тора. Вся Тора – это имена Ашема. Правильно? Тора – это имена Ашема. Когда мы говорим Тору, это мы произносим имена Ашема. Если мы произносим имена Ашема, мы должны сперва воздать ему хвальбу. Да? Поэтому как бы отсюда пресекается, когда мы говорим Криатшма, и когда мы учим Тору, мы сперва все должны благословлять. Потом будет, естественно, вопрос, а если мы скажем, сколько раз надо благословлять, каждый раз, когда мы учим Тору, или только первый раз надо учить, да, и сейчас это немножко об этом и не говорят. Авал Миша Кара Криатшма, и ну царих леварех, чеквар нефтар бибраха ава раба, и там сказано следующее. Ветен билибену, лельмот, велеламет, дешмор, ласот, лекаем, это коль диврей таму тора таха. Да, утеламдем хуке хаим, да, и таким образом, я, да,
Тахен яца и дехова. Вот посмотрим, где это. Здесь у нас. Где это у нас? Ну, давайте быстренько ищите. Гамат. Да, у нас сот. Каем. Коди бейкер. Превосходно. То есть вторая браха, как мы видим, она, кстати, мы видим разницу. Первая браха, она вроде бы длинная, да, барухаташим лукейнецеро брухошах, она длинная. А вторая, она тоже довольно длинная, но она покороче, а вараба покороче, правильно? Вот вам длинная и короткая. А? Первая длиннее, да. Сейчас я это имею в виду, первая длиннее. Но зато во второй вот включены вот такая цена, действительно, да. Интересно, что вот такое мнение, что это как бы заменяет. Амар Равуна. Равуна это из первых, амураим в Эрец Исраэль. По-моему, он ученик Шмуэля. Надо посмотреть, там на карте есть это. Так, я ничего говорю. Равуна. Амаравуны, лемикра, если ты учишь Тарахшбехтав царих леварех, у лемидраш, эйно царих леварех. Да? Это первое мнение, с которым он стал. Лемидраш, скажем, имеется в виду даже мидраш Аллаха. Как мы знаем, брайта началась с мидраш Аллаха. Мидраш от слова лидрош. Да? Когда, так много раз сталкиваемся с тем, что когда мы учим, Тару, да? Из этого сразу есть какие-то галактические положения, как мы говорим Беар-Синай. Да? Мы говорим, почему сказано Беар-Синай, мы учим вопросы Шмиты, чтобы показать, что так же, как в Парашат Шавуа, Парашат Беар-Синай даны все законы Шмиты, так же и все эти законы, подробные законы, тоже даны в Таре. А просто как бы Тара здесь раскрыла несколько скобки, сказала, что как бы, вот о чем там, о чем учил Моше Рабейну, всем этим законам. Да? В любом случае, как бы из текста Торы выводятся многие галахические положения, которые потом из Мидраш Аллаха превращаются в Брайт, из Брайта в Мишну, и потом объясняется в Гемаре. Вот примерно такая технология. Поэтому Рабуна говорит первое свое мнение, Мимикра, Тараши Бехтав Царих Леварех, Мимидраш, Ло царих леварех. И как бы здесь приводится мидраш, нам известный мидраш, это Михилта на Сефер Шмот, Сифра, на Ибаикра, Весифри, Ле Мидбару Двари. Вот это три мидраша Аллаха, которые, как бы он считает, не надо варить. И второе мнение, как мы видим здесь, это первое мнение. Переходим, соответственно, на страницу, может, 50, да? Да. 50, что же у вас? 50 страниц, да? Да, да. Просто читаю по-другому тексту, поэтому хочу сориентировать учеников. Да. 48-я, да? Это 48-я еще? 48-я. А вот просто у вас, да? А, не знаю, потому что не знаю, да? Это 48-я, да? Да. Эно царих леварех. Раби Элазар умер, микра ле умидраш, царих леварех. Ле Мишна эйно царих леварех. Раби Йохан амар, аф ле Мишна нами царих леварех. А в Талмуде эйно царих. Ну, здесь надо разбирать, понятно, есть разные мнения, да, что надо. Все определенно зависит от того, что ты считаешь Тарой. Да. А в принципе, мы говорим, что Тараш и Балпе, устная Тара, это тоже Тара, правильно? И в этом смысле я бы сказал, если там мы говорим
как родился Коро, объяснил, почему надо говорить днем упоминать ночь, а ночью надо упоминать день, для того, чтобы как бы отменить мнение апикоросов, что есть как будто бы две силы, которые действуют в ней. Знает, большая вторая проблема, это утверждение, что Тора, да, она дана нам, как Хараима, да, Тора надо нам, мы знаем, верим в Хумаша, а вот как бы Мишна и все остальное, это придумали люди, поэтому это не святое, и можно по-другому объяснить. Знаете, это очень интересно, я читал, что в 19 веке ведь Хараимы жили в Литве тоже, да? Вот, по-моему, один из анклавов сохранившихся караимов был именно в Литве. Да, вот. И я думаю, сам Феликс Кандель пишет об этом, что они стали посылать своих как бы молодых людей учиться в литовские ешивы. Алло. Ну да, но... Вот, да, вопрос на самом деле, я просто сам говорю, что везде, а раимы, они там сами так последовательные, или они прямые потомки? Нет, они самостоятельно. Да. Сдуким были во времена Бейт-Мигдаша Шени, да. А караимы возникли в 9 веке в Бавеле. Возможно, они заимствовали какие-то идеи, но вообще-то как бы подход понятен до сих пор существует. Но это как бы глупые необразованные люди говорят, ну понятно, Тору мы уважаем и все. А Мишна и Талмуд это люди тоже мы уважаем, но это как бы они так, а мы так. Да? Поэтому в этом смысле я бы сказал сразу, все надо было оставлять, чтобы не было сомнений, что все свято, как Тора. Но нет, как мы видим, даже в то время был махлокет. Между Талмидей Хахамим, большие Талмидей Хахамим, они говорят, это надо, это не надо. Да. Да. Вераба Амар, Афли Талмуд, царь Хлебарех. Да. Талмуд, царь Хлебарех. Как мы видим, Раби Йохан говорит, Афли Мишна, нами царь Хлебарех. Как мы знаем, Раби Йохан, он ученик Раби Йуда Анаси. А Вала Талмуд, Гемара, это как бы сам Раби Йохан разрабатывал эту Гемару. Поэтому он говорит, ну, царь Хлебарех, и ну, царь Хлебарех. Раба Амар, да, понимаете разницу во временах, Раби Йоханан, это преемник Раби Йуда Анаси. Если Раби Йуда Анаси завершил Мишну в 185 году новой эры, да, то Раби Йохан практически, ну, говорят, для, как бы, для пущей важности, что он где-то с 200-го года где-то там, начал самостоятельно творить, да, с начала 3-го века. А Рава это уже как бы различие от Раби Йуда Анаси, потом Раби Йоханан, и, соответственно, Рава это правда, здесь как бы для объектива не будет понятно, поэтому я не принесу это, надо подумать, как это показать. Я принесу, у меня есть книга, правда, я здесь склеил, это в энциклопедии Рава Гальперина. Была карта всех мудрецов и связь между ними. И я каким-то образом эту карту потерял, побежал в букинистические магазины. Есть полное собрание Рава Альперина, многотомника, словари и связь. Этой карты нет нигде. Вот я не знаю, если кто-то из наших слушателей знает, где есть карта, то мы здесь прямо ее здесь повесим. Хотя и эту карту тоже можно перенести сюда и на карту. Вот вам задача, да? Переклеить это я склеил сам из отдельных страниц Рава Альперина. Да, сам склеил. Но более-менее можно посидеть. Так что к следующему уроку просто поставьте это мне за спиной, так, чтобы это было видно в объективе. Не будет видно, да? Ну ладно, тогда оставим. Я буду приносить с собой сам атлас с этими картами. Просто чтобы видели люди разницу. Рава это примерно конец 4 века. А Рав Йоханан это начало 3 века, то есть больше 100 лет. Ну, как мы знаем, Кадош Буруху нет времени, он над временем, так и наших мудрецов нет времени. Да, мы можем, как мы видим, мудрецы запросто, Рава можно спорить с Рав Йоханом, хотя между ними разве 150 лет. Вот Рава Амар, не путать Рава и Раба. Раба это учитель Рабы. Да? Это все происходит от слова «раб», учитель, да? Это не настоящее его имя. Посмотрите в энциклопедии Шмутани, еврейские мудрецы, они раскрывают и имя, и фамилию тоже. Да.
В любом случае, говорит Рава Амар Автамут Цех Леварех Шуй Каратура. Амар Равхия Бараши Зимнин Сагин Хавеки Амина Камея Дерав Детнуй Пиркин Бесифра Дбейра. Вот это очень хороший арамид, да? Стоит на нем потренироваться. Вы поняли, может, вы поняли, что он здесь говорит? Да. Ну, на самом деле, слова очень понятны и близки нам. Почему? Значит, давайте разберем, сколько мы учим арамид. Зимний сагин, ля-сиг – это достигать. Правильно, на иврите ля-сиг – достигать. А на арамиде сагин – это много что-то. Зимний сагин – арбейзман, помимо работ, много раз. Хаве камина, а камина – это слово, как мы сказали, амина – это не имуна. На арамите – это говорить. Хабаки Амина, Камея Дарав Дарав. Я говорит Равхи Бараши, я говорит много раз, как бы обсуждал с Камея Лифней. Камея Кам, да, это первый, а Камея это первый, Лифней. Если мы перейдем на иврит, это звучит примерно так. Помимо работ, а эти Йошеф в данном случае, да, и Дан, Лифней Рав, Литнуи Пиркин Бесифра Дебей Рав, для того, чтобы Литнуи Лишанот, да? Для того, чтобы учить, Пиркин это на самом деле, Праким это Мишнайот, да? Мишнайот Брайтут Бесифра Дебей Рав, да? То есть перевод такой, значит, я как бы Равхия Бараши, он хочет оказать как бы правомощность своего высказывания, которое последует дальше, и он говорит, я это как бы беру на основании своего опыта личного общения. Слава, мы обсуждали сифра дебейра. Вот что такое сифра дебейра, это действительно интересная тема, но в целом как бы это очевидно какая-то основа Талмуда. Да? Вот здесь я посмотрю у себя, как он мне объясняет это слово. Сифра дебейра. Рав это в данном случае у нас это тот самый Рав Ишмой, да, это сополучники Талмуда. Поэтому сифра дебей рав, как мы знаем, что сифра сама по себе это по книге Ваикра, но сифра это еще и как бы и книга, которой пользовались в доме Рава. Да, очевидная основа Талмуда. Хаве магдим векамаши едея уварих уматни лапиркин. Маши, как мы знаем, ламуш. Это касаться, машаш – это обонять. Но в данном случае маши яде на арамите, это стоит запомнить, потому что это очень как бы принятые обороты речи. Когда, говорит, мы садились учить с рабом его талмуды, он мыл, делал мачилат ядаем, благословлял, и после этого преподавал нам матный мишане, шанен, нану пиркин. Пиркин – это алаха. Да? Понятно это, да? Понятно это или еще? Я просто вам предлагаю запомнить это вот, вся эта фраза, она очень типическая. И здесь содержатся слова, которые потом много раз повторяются. Снова я говорю, он говорит так. Зимнин сагиен. Легко запомнить особо. Саги это высокий, да? Достиг это достичь. Зимнин сагин помимо работы, да? Это понятно. Хавеки Амина Камея Дерав Дерав. Да? Мы сидели и обсуждали перед Равом. Да? Рав это непосредственно ученик Рабби Иуда Анаси. Литнуи Пиркин. Лишанот Пиркин Месифра Дерав. Значит, у Рава в начальный момент был уже какой-то набор, сборник каких-то алахот. И вот он говорит, я лично с ним все. И как он себя вел? С почтением относился к тому, что он преподавал. Хотя в данном случае он как бы это его, да? Скажем, если бы он знал, что это, скажем, это было Рабби Иуда Анаси, ну понятно, он относится к труду своего учителя с большим уважением. Нет, он сам это его как конспект его лекции, можно сказать. И тем не менее, когда он начинал преподавать, он делал на телах ядаем и говорил браху.
Здесь не сказано, какая браха, но, очевидно, говорил какой-нибудь сам Ашерна Тана Натрат Эмет или еще что-то в этом роде. Убарих у матни лей пиркин. Матни шана. После этого, как бы, вроде бы теорема доказана, что да, и на тому тоже надо благословлять. Есть вопрос, да, если ты благословил на изучение Торы, возможно, тогда мы считаем, что если человек с утра благословил, сделал беркат на Тора, как бы в молитве, вот и освобождает его на весь день, все, что он учит, да, еврей Тора, вот и его благословляет, кроме того, как он как бы вызывает к Торе, тогда надо благословлять снова. Поэтому, значит, теперь как бы эта тема более-менее, теорема доказана, что надо на все благословлять. Май меварех, лифней талмуд Тора. Амар Авьюда, амар Шмуэль. Как мы видим, снова этот тандем у нас задействован. Ашер кичану бе мицута бе тивану ласэк бе еврей Тора. Близко к тому, что мы говорим. В Раби Йоханан, да, говорит нет, надо говорить так. Обратите внимание, здесь как бы непосредственно сталкиваются два ученика. Правда, здесь Шмуэль, а не Рав. Да. А Раби Йоханан, это ученик Раби Йоханан, начнет говорить так. Говорит так. Тарих. Варевна, ашем элукейну, эдиврей туратеха бипину, ובאפיות עמך בית ישראל, מי אנחנו צעצים צעצה עמך בית ישראל, כולנו די שמך, ברוך אתה השם, המלמד תורה לעמו ישראל. יש גם אומרזם, הוא גברית, что надо говорить браху, но это не хатима. На самом деле, ברוך אתה השם אלוקינו מלוך עולם, мы это не говорим, правильно? Тогда самое, проверим самих себя, как мы говорим ברכת התורה с утра, как наша беркат Тора звучит с утра, помните? Три брахи. Три брахи, да? Это верно. Да. Даже, как бы, для меня это интересный претендент, когда как бы читаешь или слушаешь, а интересно, а как я это делаю? Да? У вас не бывает такое, да? Как это делаешь автоматом, уже привык. А ты начинаешь задумываться, а если подумать, как говорят, да? Да. Да, 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 верно, все мы говорим. А, Мелахаулам. Надо посмотреть, на самом деле тут мы... Да, ну, это везде говорят. Это надо посмотреть просто в Шулхан Арухе. Да. Вот это беркат Тора Баруха Ташем Элокейн в самом начале. То есть Элокейн Шамаша Натата Битурахи. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו מצווה וציווה נעסוק בדברי תורה, וערב נא השם אלוקינו דברי תורתך, לפינו מצאתה עמך בית ישראל, מי אנחנו, וצאצאנו מצא עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה, ברוך אתה השם מלמד תורה לעמו ישראל, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתנו לתורתו, ברוך אתה השם נותן לתורה. Все понятно. Ну, это как бы, мы это делаем, но как бы иногда думаю, а как я это делаю? Знаете, когда делаю, упражнение на бревне по физкультуре, нет? Первый раз делал бы упражнение нормально, потом думаешь, как это у меня получилось? Пошел бы в меню, упал. Только задумался, сразу упал. Да. Да. Рав Амнуна Амар Ашер Бахар Бан Микулямин Нантануэ Тора ברוך אתה השם נותן התורה. אמר רב אמנונה, זוהי מעולה שבברכות. Это самое как бы лучшее. По сути дела он утвердил, что это вот этот мусах, это формула, которую илках ламрину лекульгу, ламрину леймор. Поэтому как бы Гемара постановила, что мы соединяем все эти формулы, которые сейчас привели эти мудрецы, и так мы и видим, действительно у нас получилась такая синтетическая браха. На этом мы сегодня кончим. Следующая тема, которая будет Нангата. Да? Как мы знаем, Гата – это ссылка на Масехтот, которую учили после того, как было, как мы знаем, Раман
Симон бен Габи был устранен от руководства Ишивы, потому что он говорил, только люди достойны могут зайти в Ишиву и учить Тору. А там мы самое делали небольшой переворот и сказали, все, кто хотят, пусть приходят. И люди принесли очень много брай, которые как бы затерялись. В следующий раз, с Божьей помощью, тогда Раба.